aklımı yitiriyorum. Bu kolye seninle benim tek bağımdı Dilan. Yüzüne ilk baktığımda koymuştum adını. Seni ilk kucağıma aldığımda tattım sevginin ne demek oldu. Bu mümkün değil. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Что испортит отношения Берана и Дилана? Как слова Турбута повлияют на Сабиху Ханем? Как проявится психопатическая сторона Джавахира? Что рассердит Азади Ханем? Пока Дилан плакал на груди матери, он столкнулся с реальностью. Однако прежде чем он успевает потребовать отчет, Берон ведет его в особняк. Сабиха Ханем смотрит в лицо фактам. Как она могла рассказать эту правду своей дочери, которую спрятала, чтобы защитить Дилана? Убедить Дилана будет непросто. Дилан рассказал Сабихе Ханем все о своей матери. Он подумает, что госпожа Сабиха хочет навредить ему, используя эту информацию. Как только Баран покинет Дилан, Дилан вернется с Сабихой Ханем. Сабиха Ханем расскажет Дилану все, что она пережила. Но Дилану будет трудно в это поверить. Тем временем Баран узнает правду о Сабихе. И Берон, и Дилан какое-то время будут хранить в памяти эту информацию, которую они узнали. С другой стороны, в сериале также примет участие двоюродная сестра Цеври и Есемин. Харун встретится с Есемин после дорожно-транспортного происшествия. Эта встреча будет не очень теплой. Однако основы отношений будут заложены. В то время как Джихан поделился информацией о Сабихе Ханем, Дилан также поделился информацией, которую он узнал. Поделившись этим с Бараном, Баран рассказывает Дилану, что он узнал. Однако Берон подумает, что вы скрываете эту информацию, и ему будет немного не по себе. Люди в особняке попытаются убедить Барана, что он ведет совместный бизнес с Сабихой Ханем. Молчание Дилана, несмотря на то, что он все знает, приведет к большому инциденту между ней и Бараном. Пока все это происходит, станет известно и то, что произошло в Сефере. Пока Сабиха пытается защитить свою дочь, она оказывается в очень сложной ситуации как с Бараном, так и с Джавахиром. Джавахир узнает, что Дилан – дочь Сабихи. Он похитит Дилана, думая, что убьет двух зайцев одним выстрелом. Таким образом он накажет и Барана, и Сабиху Ханем. Тем временем Сабиха Ханем и Баран будут сотрудничать. О свадьбе Ферата и Гуля будет объявлено на этой неделе. Госпожа Азади сходит с ума, когда слышит это. Азади Ханем и Хасан захотят выгнать Гуля из дома. Однако Ферат предотвратит это. Он будет с Кадер Ханем и Гулем. Когда Баран, Дилан, Джихан и Кудрет Бей также поддержат их, Хасану и Азади Ханем придется отступить. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.